Есть у нас четвертый ранг, а это значит нам доступна новая тачка. Ух ты! Битва с боссом! Есть! Дракоша за нами гонится, ребята! Всем привет, ребята! С вами Никита. Продолжаем играть в новую версию игры Car is Car Multiplayer или Машина есть машина, четвертую часть. И как вы видите, ребята, сегодня мы с вами будем бороться за новую тачку Bigfoot. Bigfoot доступен на четвертом ранге. У нас, ребята, сейчас третий ранг, но нам осталось буквально 3 единицы, да, чтобы набрать 110 очков, и у нас получился четвертый ранг. Так что, ребята, давайте сразу же отправляемся в бой. Для этого выбираем нашу тачку телек, да, по-моему, у нас там телек стоит, сейчас посмотрим. В прошлом видосике мы с вами телек открыли, вот он, телек, это тачка. Открыли ее, прокачали, и сейчас будем телеком, ребята, пытаться открыть новую тачку Bigfoot. Кстати, я посмотрел по параметрам, вроде бы Bigfoot даже не сильнее телека, а по-моему в управлении чуть слабее. Ух ты, смотрите, какая тачка у кого-то, подлодка, что это за скин, непонятно. Какой-то скин подлодки, ну прикольно, ребята. Конечно, будет круто, когда уже мы хоть один скин откроем с вами. Так, ну что, все. Нам нужно сейчас по-любому приехать первым, чтобы побольше взять ранга. Так, я сразу ускорялочку на финише. Сделал, ё-моё, я запутался в этой толпе телеков, я не понял, где я. Какой здесь телек я? Ё-моё, ё-моё, плохо. О, Bigfoot меня опережает. Такого вот мы с вами, ребята, Bigfoot'а попробуем открыть сейчас. Так, спокойненько. Ё-моё, телек, ну ты что, неуправляемый? Вроде у тебя управление все на высшем уровне. Опа, ребята, мы сейчас, я хотел сказать, уже сейчас с вами Bigfoot'а обгоним, но нет, не обогнали. Вот эта злосчастная труба, где мы в прошлый раз с вами застряли. Подлодочка. Я не понял, что я последний иду? Во, более-менее вырвались. Опа-опа, на-на-на, давай-давай, телевизор, ты что? Ты ж вроде мощная, крутая тачка. Так, фу, ну пока на первом месте, ребята, держимся, ускорялочку. Кстати, мне надо трубочки собирать. Если насобирает 26 турбо, мне дадут экспертный сундучок. О, есть, ребята, мы на первом месте. Фу. Ну так себе. Чуть бы не проиграли, но вроде нормально. Ну подлодка классная, да? Мне нравится этот скин подлодки. Напоминает босса, как вы знаете, из Car is Car третьей части. Но у нас, ребята, сейчас будет меняться ранг. Есть у нас четвертый ранг. А это значит, нам доступна новая тачка Bigfoot, которую мы сейчас с вами в гараже и откроем. Так, по сундучкам нам ничего не дают. Сразу туда отправляемся, ребята, в гараж. Как вы видите, опыт за первое место прилетает 15 опыта. Давайте посмотрим четвертый ранг. 220 надо очков, да? А за первое место дается только 15 опыта. Это на режиме новичок. Не знаю, ребята, как в других режимах. Обязательно посмотрим. Так, мы, ребята, в гараже. И смотрите, у нас сейчас появится новая тачка Bigfoot. Нажимаем ее купить. Стоит 4500 рубинчиков. Дорого. Есть у нас новая тачка в гараже Bigfoot. Круто, смотрим, ребята, на скорость и сравниваем с телеком. Скорость 3 единицы, турбо 2, управление 2, ускорение 3. А у телека все по 3, кроме турбочки. Да, короче, ребята, у Bigfoot'а все то же самое, только немножко хуже управление. Так, ну смотрим, ребята, улучшение сколько стоит? А, ну пока не очень дорого. Давайте по одному разику качнем все-таки. Так, один разик прокачаем, все по одной единичке. Так, есть, есть, все прокачали. Стоит 500, турбочка 900 стоит, ух ты. У меня 4200, в принципе, хватает. Так, давайте посмотрим на тюнинг. О, смотрите, какой дракончик может быть. Это катапульта. И вот это что за красная тачка, похожая на битлика. Прикольно, у Bigfoot'а прикольные скинчики. Так, подождите, а какие у Gator'а, ребята, скинчики? А, ну мы знаем, да? Соник. Какие-то желтая и красная тачка. У акулки. Смотрим у тюнинг у акулы. Так, и смартик, ребята. Тюнинг у смартика. Бэтмен. Подружка. Битлика, да, по-моему? А, или это Little Pony. Так, ну ладно, возвращаемся, ребята, к нашему Bigfoot'у. Так,
Короче, мы прокачались, да, по одному разику. Ну давайте. Сейчас попробуем в таком полупрокачанном Бигфуте кого-нибудь наказать с вами. Для этого опять отправляемся, ребята, ух ты! Битва с боссом! Ребята, мне выкинуло битву с боссом. Гонка стоит 1000. Награда 5000. Вот это да. Это что такое? Так, все. А, короче, у нас, ребята, уже А, нет. Дальше есть режим новичок. Но стоит уже 100. Ё-моё, а чё ценник подняли? Смотрите, ребята. Гонка стоит 100 в новичке. Ну ладно. Тогда бьемся с боссом. Что мы делаем? Прокачиваем полностью Бигфута. И идем на босса. Ничего больше не остается тогда. Никаких экспериментов. Давайте. Качаем нашего Бигфута. Так, скорость 570 улучшил. Турбо улучшил. Так, мне сейчас, может, не останется на боссика денег. Так, управление. Ё-моё, ребята, у нас не хватает. Так, надо по-любому скорость прокачивать или что? А, ладно, качаем полностью тачку. Есть, короче, ребята, полностью прокачали Бигфута, полностью. Но у нас осталось 310 всего лишь рубинчиков. Так, давайте выходим. Так, смотрите, у нас не хватает рубинчиков, но я вижу, нам в достижениях что-то сейчас прилетит где-то. Да? Да, нам дали за максималист, это улучшаем машину до предела. Фу, нам дали 2000, хорошо. И все, больше ничего нету. Так, как раз 2300, ребята, короче, сейчас гонка, я не знаю, битва с боссом. А, это тот дракончик, да, тот дракончик в гараже, та тачка. Ну ладно, короче, нажимаем, ребята, 1000 рубинчиков заряжаем. И отправляемся в битву, на битву с боссиком. Так, ну все просто. Просто появился какой-то дракончик-боссик, да? И мы сейчас должны будем его сделать. Написано босс. А чё? А почему ничего не происходит? А, мне надо нажать готовность. Есть, дракоша за нами гонится, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что ты... Бигфут, давай, пожалуйста, ты же у нас супер прокачанный. Как он срезал, дракончик? Он срезал маршрут, вы видели? Ну, босяра. Я 1000 рублей, 1000 рубинчиков зарядил так-то. Блин, мы еще и грохнулись. Короче, все, трубочку не трачь, да? Ах, он тоже трубы крутит, а? Вы видели? Крутит турбинки. Давай, неудачное приземление. Я так и понял, что уже было неудачно. Ребята, идем, короче, ноздря в ноздрю с этим боссом. О, мы его тут обогнали даже как-то. Как-то получилось обогнать, а потом... Ноздря в ноздрю. А что такое? А чё гонка заканчивается уже? Кто доехал? Ребята, я не понял, кто доехал? Это что, глюк какой-то? Босс не финишировал, я не финишировал. 1000 у нас отняли. Ё-моё. Ну вот это да, вот это новости. Так, открыть сундучок нам предлагает. Не знаю, или там было какое-то время. Может, там была гонка на время, но я думал, кто из нас первый приедет. Непонятно, короче, ребята, пишите в комментариях, кто уже участвовал с боссиком, было ли у вас такая гонка или нет, но прикольно. Чуть бы боссика не победили. Так, давайте сундучок когда заберем. Надо возвращать свою тыщенку. Тут плюс 400. Х2 очки опыта. Ух ты, это хорошо, нам будет опыт 2 раза больше даваться. Так, ладно. Жмем опять. Смотрите, ребята, они опять нам подсовывают 1000. Нет, все, спасибо. Я уже с этим боссиком поездил. Не хочу больше. Давайте обычную гонку в режиме новичок. Сейчас прокатимся и посмотрим, у нас очки вдвое будут увеличиваться или нет. Ух ты, смотрите, какие катера, какой-то катер. Это что за скин еще такой? Ну ладно. Сейчас будем тестировать, ребята, Бигфута. О, у нас 5 игроков. Я думал, он больше 4 не бывает. Погнали, короче, я сразу вырываюсь, потому что там эта каша мала. Непонятно, где я, где соперники. Турбочку взяли, хорошо. Ах, плохо-плохо врезались.
Ну, у нас вроде Бигфут прокачан, максимум мы не сможем с него выжать. Вот здесь, конечно, подстава, да? О, давай, вырываемся вперед, ребята. Что это за катеры такие? Крутые. Так, здесь главное не застрять. Спокойно. Вот тут пройти это колесо огненное. В принципе, уже локации запоминаешь потихоньку. Но пока это еще не сильно помогает. О, хорошо, мы срезали. Но мы скорость потеряли, да? Этим срезанием. Давай, вырулевывай. Ё-моё. Я не знаю, турбочки жестко не хватает, ребята. Кто-то там нам... Кто нас опередил перед самым финишем, а? Ё-моё. Ну ладно. Все равно неплохо второе место. Я думаю, нам сейчас, тем более, X2 опыта так подкинут хорошенечко. Так, смотрим. Ждем игроков всех. Так, смотрим, ребята. А что по опыту-то? По опыту вообще ноль было написано. Я не понял, ребята. Ну, опыт вообще не дали нам. Да, конечно. Это жестко. И там и никаких монеток нам ничего не прилетело. Да. Ну ладно, ребята, я думаю, на этом все. Больше ничего не остается нам. Копить дальше рубинчики. И потихоньку как-то играть в гонку, чтобы прокачать этот 4-й ранг и уже бороться за следующую тачку. Вот такая вот у нас будет полицейская машинка, ребята. А на этом все. С вами был Никита. Пишите в комментариях, какой у вас уже ранг. И какая для вас тачка пока самая классная. На этом все. Пока-пока.